Бельцах проводится стерилизация от бездомных собак. В проекте принимает участие примария, а также ветеринарная клиника, согласившаяся проводить операции. Волонтеры, которые хотят решить проблему бродячих животных в Бельцах, ухаживают за собаками в клинике, их кормят и помогают прийти в себя. Пока идет процесс реабилитации, как физически, так и психологически, волонтеры ищут для опекаемых ими псов самых лучших хозяев. Отбираются те животные, кто уже здоров, стерилизован и, самое главное, полностью готов к жизни в семье. Этому щенку меньше года, он может стать отличным охранником и верным другом. Легко обучаем, доброжелателен к детям. Кобелек его привезли сегодня. Я сейчас с ним знакомлюсь на самом деле. Я его вижу первый раз, его привезли сегодня. Как видите, очень контактный, молодой, по зубам вижу. Молодой, красивый. Сегодня или завтра его уже стерилизуют. 2-3 дня, и он готов к выписке. Чуть-чуть больше среднего. Может быть, кому-то для охраны. Да и вообще как друг. На самом деле он похож на помесь с каким-то кем-то. Что-то вроде Стафа. Ну, очень добрый, как видите сами. Вот он первый раз в моих руках. А примерный возраст, говорите, молодой? Молодой. Сейчас я гляну по зубкам. Не хочет показывать. Молоденький, по нему видно. Это год-полтора, до 2 лет. Это точно до 2 лет. Он совсем молодой. Чернуха, само очарование. Энергичная и ласковая собака, тоже ищет новый дом. Ей около 3 лет. Сейчас чернуха восстанавливается после операции по стерилизации. Это чернуха. Ее прооперировали уже тоже давненько. Пора снимать швы и пристраивать. Вот она поправилась. Прибыла к нам, боялась собственной тени. А сейчас уже вот охраняет и нас, и свой дом, как она считает. Спокойному и застенчивому рыжику тоже нужна семья. Позитивные и жизнерадостные хозяева. Он очень хочет стать домашним и ради вашей любви готов горы свернуть. Кобелёчек молодой, до 2 лет. Мальчик до 2 лет, уже стерилизован, готов к выписке. Вот такой вот красавчик. Ждет свой дом. Маленькая кнопка весит меньше взрослого кота, спокойная и ласковая собачка легко идет на контакт и быстро приспосабливается к новым условиям. Уже готова к выписке, ей уже можно снимать швы и в новый дом. Вот такая вот конфетка. Кнопа. 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 Кнопа очень контактная собачка, защищает нас, охраняет от врачей. Волонтеры подчеркивают, что их деятельность, причем абсолютно благотворительная, заключается не только в количестве пристроенных собак, но и в привлечении внимания к бездомным животным. Хотелось бы, чтобы бельчане не остались равнодушными, чтобы люди, если не забирали животных домой, то хотя бы оказывали посильную помощь.